Добрый день. Это небольшое видео я хочу снять для своих друзей и партнеров в Украине. Для Анатолия, для Александра, для Вячеслава, для Станислава. Смотрите, ребята, я на озере Кинерет. Сегодня 22 октября. Температура воды, ну, 22-23 градуса, наверное. Вот это вот прекрасное озеро. Смотрите, какая чистая вода. Каждый день сюда я приезжаю машиной. Вот никого нет, никого. Никто не купается, один я. Никто не плавает. Боятся израильтяне прохладной водички. А для меня это кайф. Я думаю, для вас тоже это было бы классно, да? Смотрите, уже огни загорелись. Уже вечер. Сейчас, наверное, минут 10 седьмого вечера. Вот как вода упала за лето. Вот. Мы ждем дожди. А дожди здесь начинаются где-то в декабре месяце. Вот полгода, месяца 7 нет дождей. Вот. Кинерет уровень очень упал. Очень. Ну ждем. Вот он поднимается где-то до половины вот этих вот насыпи вот этой. Дай бог, если это поднимется вот так еще на метра два, это будет классно. Значит, в Израиле будет вода, потому что здесь это основное хранилище воды, питьевой воды, целебной, хорошей воды, чистой воды. Вот, чистая вода. Вот мои руки, видите? О, вот, чистейшая вода. Ее можно пить. Пить можно. Поэтому, ребята, мои друзья, партнеры, я вас всех хочу пригласить на следующий год. Такое время, запомните, конец сентября или в августе, в октябре месяце приехать сюда. Вот, к этому времени все вы получите статусы, нормальные такие статусы в нашей компании, которые дадут вам возможность безболезненно приехать сюда, да, взять с собой ноутбуки, и здесь мы и поработаем, и я вам покажу прекрасное это озеро. И все окрестности этого озера. Тут очень много мест, связанных с христианством. Вообще мест красивейших, неповторимых. Вот. Классно, не хочется выходить. Просто не хочется выходить. Каждый год я здесь. Начиная с марта месяца. Вот в этом году хочу, вот сколько можно выдержать. Я думаю, до декабря месяца я буду здесь плавать. Приезжать сюда. Вот. Сегодня оно неспокойное, Кинерет. Видите, волны, как море. Сегодня вот так. Рыбаки. Здесь рыбка ловится. Это для Анатолия. Анатолий, здесь мушт. Святая рыба. Рыба Петра. Вот. Очень вкусная рыбка. Вон он закинул спиннинг, парень. Закинул прямо с берега. Сейчас посмотрим. А на что он ловит, я даже не знаю здесь. Я на блесну ловил прямо. А как он ловит, не знаю. Красота. Ой. Слегка, слегка. Я ему немножко помешал, я не вижу, что там блесна его. Ну все, ребята, пока. До встречи.